Всем привет! Вы на канале Татьяна Ковальчук. Закончились основные дачные работы, и надо готовиться к новому сезону. Покупаем семена, но перед тем, как покупать семена, надо навести ревизию, потому что очень много, я думаю, не только у меня, но и у всех огородников, дачников и садоводов остаются семена. А так как я решила не выращивать столько много овощей в теплицах, чтобы это было все пореже, сделала ревизию, остались у меня семена, и практически покупать ничего не надо. Но новинки все равно появились. Ну а к новинкам, к старым семенам появились хотелки, которые я ни разу не выращивала. Вот начну я с томатов. Выращивала большой куш. Большой куш — это вот эти вот. Очень крупные, хорошие. Буду еще выращивать. На пробу одно растение сеяла. Еще буду. А вот такой бизон черный выращивать не хочу больше. Да, они вкусные. Но очень большая вот эта плодоножка здесь. И здесь зеленое такое, даже внутри. Мне это не нравится. Вот панда-роза, остались семечки еще, две штучки. Может быть, будут такой гибрид, очень вкусный. Ну, японский трюфель, конечно, буду выращивать, очень вкусные. Ну, вот новинки, а вот это царское искушение. Тоже посажу один помидорчик такой. Ну, Дуэл Плюс. Очень они мне нравятся, я их пробовала, но еще не выращиваю. Вот мне подарили такой пакетик. Это гибрид. Это не крупные томаты. Я уже вскрыла пакетик и поделилась. Высота до метра. Ну, я думаю, в теплице метр, 1,20 м будет. Масса плодов 110-150 грамм. Очень плотные, на вкус просто очень вкусные. И мне очень нравится, что это гибрид. И еще и он супер ранний. Это очень хорошо. Такое сочетание бывает очень редко. Ну, также написано, что устойчив ко всем заболеваниям томата. Вот. Написано очень хорошо. На вкус пробовала, очень вкусный. Буду выращивать первый раз. Очень я его хотела. Вот такой Дуэл Плюс. Еще у меня томат спрут. Это высокий, с неограниченным ростом, гибрид. Вырастает до 4 метров. Посмотрела на одном канале, сибирские цветочницы показывали там, как дама одна выращивает это дерево. То есть оно вырастает до верха теплицы, и потом весь урожай на макушке. И по потолку направляет ветки. Вот не знаю, почему-то мне захотелось. Семена есть. В прошлом году что-то не стало я пробовать возиться с ним. А в этом году хочу посеять пораньше и вырастить. Написано очень хорошо. Там от дерева рекордный урожай 14 тысяч плодов. Ну, конечно, столько не будет в Ленинградской области. Где-то, может, и будет. Ну, 4 метра и выше. Ну, вот захотелось мне его. И уже я как бы напланировала. Вот, это вот с томатиками такие вот дела у нас. Перцы. Перцы тоже остатки есть. Огурцы тоже целая пачка, смотрите. Вот эти большие упаковки я их выращивала. Сарацин. Вот изумрудный поток я всегда выращиваю. Без них никак, одну надо сажать. Таганай. Вот эти все есть еще семена. Янычар, лютояр, трилоджи очень хорошие, понравились. Вот те в больших пачках, они все бугорки колючие, а у трилоджи не колючие. Мне такой вариант, конечно, нравится больше. Ну, вот здесь почему-то хрустик, вот такой гармонист. Лежали с прошлого года, а вот даже с позапрошлого, посмотрю потом. Я их не выращивала, потому что, ну, перебор. Очень много было. И вот такой вот очень хороший, хваленый сорт огурцов. Это гибрид огурцов. Темп.
и написано партенокарпический для пикули. То есть совсем маленькие можно снимать. Это такие пучковые завязи, меленькие, очень вкусные. Вот его я хочу очень-очень вырастить в этом году, на следующий сезон. Вот такой вот гибрид темп. Очень много хороших отзывов. Также мои любимые тыква тромбон. Уже есть у меня пачечка, там 5 семечек. Я показывала, какие вырастают большие. Вот такой вот кабачок золотинка очень понравился. Тоже еще много семян. Вот такой вот кабачок цукини тоже еще есть. Покупать ничего не надо. Этих еще хватит не на один, может быть, сезон. А вот эта новинка мне подруга подарила. Такой длинный полосатик. Это кабачок. Это авторские семена. Это свои томаты. Это Медведев, такой блогер, распространяет такие семена. Вот это она купила и мне подарила. Здесь 10 семечек. Это длинный-длинный кабачок. И у него семена тоже где-то... Весь плод без семян. Вот на картинке здесь нарисован такой длинный. Здесь семян нету, где-то они там в конце немножко из семян. Будем пробовать. Очень даже хороший вариант. Вот. С огурцами я вам показала. И также новиночка. Огурцы такие. Тоже авторские. В пакетике в таком это я купила. Называется огурец Little Leaf. Маленький лист. Это не гибрид. Это сорт. У этого огурца мелкие огурчики и очень мелкие листья. Вот огурцы, особенно в теплице я выращиваю, листья очень большие, как лопухи растут. А у этого очень маленькие листики. То есть очень хотелось мне, конечно. Почитала, есть про это название. В интернете очень много видео, как люди выращивают. То есть это не такая новинка, для меня новинка. А вообще это уже давно распространенный сорт огурца. Тоже это не российские семена. Откуда-то. Так что вот такие вот семена. Будем выращивать такие огурчики. Понравится, всегда можно собрать свои семена. Что это тоже очень даже и удобно. Иметь свои семена. Также из кабачков, из этих длинных. Надо, наверное, пораньше посеять, вырастить. И из какого-то может получится взять свои семена. Если он такой нормальный, достойный, понравится на вкус и будет хорошо расти, почему собрать свои семена? Так, еще перцы. Перцев осталось у меня наименований очень много. Все выращивать не буду в этом году. Вот корсар тут 2-3 штучки осталось. Видео показывала, очень-очень длинный плод. Ну вот толщина стенки написана аж 9 миллиметров. У меня не было такая толстая стенка у этого перца. Да, он был длинный. Да, он был высокий. Все как здесь написано. Но толщина стенки была небольшая. На вкус хороший. Вот здесь написано 7-9 миллиметров. Здесь написано 9 миллиметров. На самом деле, может быть, это у меня получилось потоньше. Остались еще несколько семечек. Чтобы его потом покупать, надо вырастить еще раз. Потому что одним разом никогда не обходится все эти посадки, эксперименты. Ну, там белозерку не сеяла я в прошлом, вот этот сезон. Семена остались, буду не буду, не знаю. Вот этот мегатон красный и мегатон золотой. Это гибриды. Тоже их семян в пачке очень много. Тоже не на один год хватит. Выращивала. Достойные. Стеночка толстая, на вкус очень вкусные. Также остались джипси. Джипси очень урожайный. Тоже гибрид. Ультраскороспелый. Это на самом деле так. Очень-очень скороспелый. Так, вот Тамара. Тоже еще остались семена. Снегопад вообще не впечатлил меня.
Что-то, может, не получилось что-то у меня с ним. Ну, не знаю, наверное, не буду выращивать его и даже повторять опыт, чтобы убедиться, что он такой хороший, как хвалят. Ну, на вкус и цвет, как говорится. А вот Помпео это непревзойденный. Я выращивала очень много уже разных гибридов, и даже у меня пустые пакетики, которые они выбрасывают, да, чтобы не забыть, где попадется купить. Но этот просто чудный. Здесь осталось у меня, наверное, буквально 2-3 семечки. Очень вкусные, очень крупные. Видео тоже у меня есть, как я их показывала, какие они большие. А вот эти я вам покажу гибриды, ну, которые на самом деле очень вкусные и достойные. Вот такой Амброне. Клаудио. Элефант. Такой кубовидный, сочный-сочный. Джимини. Яркий очень. Вот Вася Василек. Тоже такое название, как бы, но очень достойный. И толстая стенка 8-9, так и есть. И вот такой биг-бой. Вот эти, если я встречу какой-нибудь, вот специально даже куплю какой-то из них добавочный. Ну и вот этот перец сладкий Биг Мама, это сорт. Ну, правда, очень вкусные, толстые. Почему-то на картинке они такие желтоватые. На самом деле они аж ярко-оранжевые. Он раннеспелый, очень обильное плодоношение, сочный, вкусный, стенка толстая. Если резать, вот разрезаешь, почистишь наискосок, ну прям мякоть, как у персика. Сочный, вкусный. Ну такой, да, раннеспелый, 110-115 дней. Но высота написана компактный, 50 сантиметров. Бывают иногда характеристики, когда описывают для открытого грунта. Вот какие-то регионы другие. Но так как у меня в теплице, он был высокий. Гораздо выше, чем 50 сантиметров. 70-80 сантиметров точно. И никакой не компактный, а очень даже раскидистый. Я подпирала и подвязывала уже к концу сезона, чем могла. И даже ветки обламывались. Плоды тяжелые, плодов много. Очень хороший сорт. Ну, тоже собрала семена. Хотя их в упаковке, в пачке очень много семян. Все равно собрала на всякий случай. Вот такой вот обзорчик я вам сделала. Думаю, что кому-то будет очень полезно. Потому что мы годами проверяем, нарабатываем опыт по выращиванию достойного урожая. Я и сама люблю смотреть видео, учиться, узнавать что-то новое. Так что вот на этом пока я заканчиваю. Потом будут обзоры уже с другими семенами. Также зелень, салаты всякие разные. Ревизию сделала, будем подкупать, закупать новые семена для нового урожая. Спасибо за просмотр. Всем всего доброго. До свидания.